Все 19 человек в декабре получили по 4 тысячи на лицевой счет по электроэнергии. Этих денег хватит на оплату электричества примерно на полгода. По словам представителей компании, ветераны сочли акцию полезной и нужной. Эта акция у нас действует с 1 декабря 2021 года. И сегодня уже на многие лицевые счета данная сумма поступила. Есть уже обращение и вдов, и узников, и ветеранов Великой Отечественной войны. В части того, что поступили денежные средства, очень много благодарности, спасибо. «Газпром Энергосбыт Тюмень» также решил оказывать данной категории жителей транспортные услуги. Если ветерану необходимо совершить поездку, он может заранее обратиться в компанию по телефону, и в течение 12 часов автомобиль будет в его распоряжении. Для участников боевых действий в Пытьяхе и Пойковском подготовлены вкусные подарки. Мед, чай, варенье из сосновых шишек, конфеты и много чего еще. Вот такие вот сумки, а вот орешки. Тушенка. Также ветераны получат наборы продуктов первой необходимости – крупы, макароны, масло, сахар. Акцию «Свет Победы» компания намерена проводить на регулярной основе.